Всем привет! Вы на канале Gardenstock. В Москву пришел уверенный минус. Соответственно, мы скоро ждем обильных снегопадов. Говорят, что в этом году зима будет особенно снежной. Наш магазин, как всегда, к сезону подготовился. У нас есть огромный выбор снегоуборщиков как отдельно, так и насадки на мотоблоки. Как вы знаете, наш магазин узко специализируется на продаже мотоблоков всех типов, всех марок и, естественно, со всеми насадками. Поэтому, если у вас уже есть мотоблок, вы можете просто купить насадку снегоуборщик и спокойно убирать ей снег. И сегодня мы хотим поговорить, что же все-таки лучше: купить насадку на мотоблок для уборки снега, насадку снегоуборщик, либо отдельный полноценный снегоуборщик. Начнем мы с самого простого и дешевого варианта. У вас есть мотоблок, вы хотите убирать им снег, для этого вам нужно приобрести насадку снегоуборщик. Насадки снегоуборщик бывают, как правило, на все мотоблоки всех фирм и моделей. Единственное исключение составляют китайцы. Сами же насадки бывают двухуровневые и одноуровневые. Если у вашего мотоблока активное навесное оборудование приводится в действие при помощи ремня, то, скорее всего, вам достанется насадка снегоуборщик одноуровневая. У нее есть одна часть, это шнек, он отвечает и за измельчение снега, и за его выброс. Вот эта лопатка осуществляет именно выброс. Поэтому такой снегоуборщик больше подходит для свежевыпавшего снега, для небольшого покрова. Если же у вашего мотоблока идет жесткий вал отбора мощности, то вы можете приобрести на него насадку снегоуборщик с двухуровневым шнеком. Это уже более эффективная конструкция. Здесь шнек состоит из двух частей. Первая часть отвечает исключительно за измельчение снега и подачу его в центр, на турбину. Турбина уже осуществляет полноценный выброс до 15 метров. Снегоуборщик с одноуровневым шнеком выбрасывает снег на 7-8 метров. Давайте, как всегда, устроим небольшое сравнение. Поговорим, какой агрегат имеет больше плюсов, а какой, какие минусы. И начнем вот с такой конструкции. Мотоблок с подключенной к ней насадкой снегоуборщик. Самый большой плюс – это, естественно, цена. Здесь вы обойдетесь малой кровью. Насадка, например, вот на этот мотоблок стоит порядка 15-16 тысяч. И все, вопрос, в общем-то, с уборкой снега уже решен. Второй плюс – насадку не надо обслуживать. То есть все обслуживание у вас будет сводиться к тому, как вы обычно обслуживаете свой мотоблок. То есть меняете масло с зимнего на летнего по регламенту. Из минусов такой конструкции. Ну, первое, как вы видите, это достаточно габаритная конструкция. И где-то на участке убирать дорожки ей будет просто неудобно. Она очень громоздкая и неповоротливая. То есть такую машину маневрировать таким агрегатом будет сложновато. Потом, как мы сказали, шнек будет, как правило, одноуровневый, соответственно, это регулярная уборка, это преимущественно свежевыпавший снег и небольшой покров. То есть огромные сугробы такой машиной тоже не убрать. Третий минус. Для того, чтобы полноценно работала эта насадка, 6 лошадиных сил будет маловато. Поэтому вам все-таки стоит задуматься о покупке насадки на мотоблоке уже 9, 10 и так далее лошадиных сил. Тогда она будет 100% эффективно работать. И по проходимости колеса у мотоблока, да, большие, но все-таки они больше предназначены для летней эксплуатации. Поэтому для зимы необходимо будет приобрести либо грунтозацепы, либо установить цепи на эти колеса. Теперь какие плюсы и минусы у отдельного снегоуборщика? Но плюсы, естественно, в том, что эта машина специально спроектирована для уборки снега. Это ее основная функция, выполняет она ее на 100%. Вторым плюсом отдельного снегоуборщика будет его конструкция. Он более собранный, более сбитым. Им гораздо удобнее управлять. База короче. Где-то на дорожках, где-то почистить ограниченную площадку будет гораздо комфортнее.
Третий плюс – это то, что когда мы приобретаем отдельный снегоуборщик, мы покупаем еще один мотор. Соответственно, мы покупаем еще один ресурс. И двигатель мотоблока мы зимой уже не мучаем. Четвертый плюс отдельного снегоуборщика в том, что мы получаем именно зимний мотор, который настроен для работы в отрицательной температуре, у которого гарантированный запуск в морозы и который лучше держит обороты зимой. Если же говорить про минусы, основным и жирным самым минусом будет эта цена. Хороший снегоуборщик стоит гораздо дороже, чем любая насадка на мотоблок. Но во всем основном вы будете видеть только плюсы. Подводя итог, становится понятно, что купить отдельный снегоуборщик гораздо лучше. Но вы должны быть готовы к тому, чтобы у вас было еще одно место в гараже. Вы должны быть готовы к обслуживанию еще одной единицы техники. Это замена масел, иногда тросов, срезные болты и так далее. Если же вы все-таки решились на покупку насадки на мотоблок, то обратите внимание, какой именно мотоблок у вас. Если это Нева МБ-23, если это 9-сильная АК или Угра, тогда это будет оправданная, 100% хорошая покупка. Если же у вас маломощный мотоблок, 5-6 лошадиных сил, и вы хотите еще на него навесить насадку снегоуборщик, чтобы он у вас выбрасывал слежавшийся или мокрый снег, ребят, такого не будет, говорю сразу. Если вы хотите ознакомиться со всей техникой снегоуборочной, можете приехать к нам в магазин. Сейчас у нас есть полный ассортимент различных насадок. Есть ассортимент, в магазине представлено более 70 моделей отдельных снегоуборщиков. Сейчас действует система дисконта для наших подписчиков. Поэтому ждем вас по адресу Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. До новых встреч!